Проспект Коммунистический. Техника готовится к выезду для уборки дорог от пыли, грязи и зимних накоплений. Копейск подготавливают к майским праздникам. Для того, чтобы хорошо очистить дорогу, в ряд едут сразу три машины. Первая поливает водой, вторая счищает грязь бордюров, третья, самая важная, вакуумно-подметальная машина, которая выполняет функцию пылесоса. Причем она может работать как на автомобильных дорогах, так и на тротуарах. Начинаем, да, действительно, с гостевого маршрута, с центра города. Это проспект Победы, это улица Ленина, проспект Славы, проспект Коммунистический. Задача у нас подготовить центр, в том числе и к майским мероприятиям, но в первую очередь нанесению дорожной разметки, что тоже нужно сделать до майских праздников. Эстафета у нас предстоит на майские праздники. Ну и затем будем работать и по улицам центральной части города, и по поселку. Кроме того, с середины апреля, в зависимости от погодных условий, на улицах стартует ямочный ремонт. Опять же, скажем про гостевой маршрут, где планируется и велоэстафета, и легкоатлетическая эстафета. Да, это первоочередное. Кроме этого, есть участки с аварийной ямочностью, где есть высокая скорость движения участников. Это в том числе поворот с Победы на Железнодорожной. Это несколько участков с серьезными разрушениями на территории Горняцкого территориального отдела. В Старокамышинске у нас есть участки. То есть на них сделаем акцент, там, где наиболее интенсивные движения и самые серьезные замечания по качеству дорожного покрытия. Вся техника работает в круглосуточном режиме. Кроме нее, в очистке улиц задействованы и люди. Они убирают прибордюрные части дорог сразу после того, как проедут тракторы с щетками и поливомойками.